Нет, мои дорогие, приехала я. Ну, посылочки отправляла оптовые. Решила снять немного видео для вас. В главной роли с собой. Сегодня я переделала ресницы. Сестра мне, ну не сестра, у меня опять ученица. Сегодня сдавала экзамен на мне, мне делали ресницы. Вот я на складе. Забрала там свою посылку забрала, которую мне Енюта недоотправила. Вот там мой мешочек стоит. Посмотрим, что мне положили. Сниму вам распаковку. Увидимся. Пока-пока. Всем-всем большой привет, мои дорогие любители, похрустеть нашими вкусняшками. Как у вас дела? У меня все хорошо. Сегодня мы с вами будем кушать вот такие вафельные трубочки. Будем хрустеть сначала ими, а потом нашими вкусняшками Илины Севрюкова. Давайте трубочки покушаем. Я, кстати, узнала насчет микрофона. Как вы многие знаете, я купила микрофон, но он у меня почему-то плохо работает. Ну, можно сказать, вообще не работает. Я была в магазине, мне сказали, что нужен определенный переходник. К телефону он подключается, а потом разъем уже идет на сам микрофон, либо на наушники. Поэтому у меня звука нет. Так что скоро, надеюсь, я приобрету этот переходник и будем еще раз пробовать с микрофоном. Вафли очень вкусно. А это десерт Илины Севрюкова. Это кубик от Мега Бруска. Принесла, налила себе водички, а то забыла налить. Насчет второго моего канала. Смотрите, кого не получается переходить по ссылке, вроде бы канал работает, все, я все настроила, но если вдруг пишите Анна Суворова, Мел, увидите мою фотографию, заходите, подписывайтесь, смотрите мое видео. Буду всем-всем-всем очень рада, особенно своим подписчикам. Надеюсь, вы меня поддержите, просто у меня есть небольшие какие-то проблемы, не проходят все видео.
Поэтому я некоторые еще там добавляю новые. Так что жду всех. Продолжим. Очень марки. Но сухой сорт очень сушит рот. Сколько крошек? Вот так, конечно, очень красиво, необычно кушать мелок, но особой разницы во вкусе нет. Вот так очень классно, сухой, хрустящий. Но сухие сорта прям сушат рот. Очень. Пока им они, так сказать, растворятся во рту. Но вкусный. Вкусный, прикольный. Такими кубиками. Так, все, я покушала. Не буду вот эти кусочки, вода, еда.
пойду я к ребенку, он у меня там один сидит в комнате, смотрит мультики на другом телефоне. Пойду у него, наверное, телефон заберу. Все, всем спасибо за просмотр, мои хорошие. Всех-всех я вас люблю, целую. Спасибо, что смотрите, поддерживаете меня. Не забывайте про мой второй канал. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Также лайки ставьте. Все, пока-пока.